Шаян ТВ смотри, будешь лучшим ты! Шаян ТВ – частые гости в Москве. Летом показывали себя и рассказывали о себе татарской общественности столицы в рамках Дней культуры республики. А в ноябре приехали в Москву отметить свой первый серьезный день рождения. Москва встретила юных журналистов очень дружелюбно. Вместе со своими столичными сверстниками из детского музыкального коллектива «Шатлык и Рисалят» телезвезды Шаян ТВ почтили память великого Тукая. Памятник установлен в татарской слободе Москвы, недалеко от культурного центра. И тут гостей ждали поздравления с днем рождения Шаян ТВ. А на десерт экскурсия по историческому дому Асадулаева. Барельефы, которые были сделаны изначально. Ребятам рассказали, что в стенах этого дома происходило очень много важного для татар всего мира. Сейчас здесь расположен татарский культурный центр Москвы. А шаяновцы, в свою очередь, поделились впечатлениями от работы на первом в истории нации детском телевизионном канале. Мне очень нравится работать на Шаян ТВ. Это очень весело. И, конечно же, вырабатывается опыт. И в дальнейшем можно... продолжать это дело. На этом сюрпризы не закончились. Юные журналисты отправились в гости в Государственную Думу. И здесь уже было все по-взрослому. Серьезный разговор, сессия вопросов и ответов. Ваши передачи, эти все мультфильмы, другие программы, они погружают вот в эту татарскую ауру, которая потом выльется вот в те знания у ребят, которые позволят им больше узнать свою культуру, традиции, язык в том числе. Ведущая программы о полезных лайфхаках на Шаян ТВ Алиса призналась, поездка в Москву в честь дня рождения Шаяна для нее стала настоящим интересным приключением и поводом придумать для любимого канала новые проекты. Хочу увидеть больше музыкальных и танцевальных программ. Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.